Самая храбрая собака в мире по кличке Мальта, осмеливается кормить льва, который в 25 раз больше нее самой, буквально с ложечки. Чтобы добиться таких трогательных отношений, дрессировщику пришлось сильно постараться. Сейчас Мальта отдыхает, а хищные артисты готовятся к обеду. Бенгальский тигр, изнесенный в Красную книгу нубийские львы, славится особой свирепостью. Ну а египтянин Хамада Кута, продолжатель известной цирковой династии, не просто приручил их. По взмаху его руки даже самые грозные львы и тигры становятся на задние лапы и готовы выполнять его команды. У меня 8 нападений. Последняя очень серьезная была. И у меня много шрамов в теле. У меня татуировка на плечи, она закрывается большой шрам. Эта татуировка не просто так красиво закрывается шрам, потому что у меня костюм открыт такой. Конечно, нападения постоянно есть. Но нападения с хищниками на дрессировщик 80% ошибка дрессировщика, не животное. Потому что он хищник. А 20% это будет как... потому что у него настроение плохое, потому что весна. Новое шоу на арене Самарского цирка. Это не только трюки с животными, чудеса эквилибристики и смешные клоуны. Это лазерное шоу с эффектом 3D и стереозвук. Артисты говорят, здание цирка в Самаре подходит для того, чтобы удивить публику эффектами и спецэффектами. Последние 10 лет Самарский цирк замер в ожидании реконструкции. Но с приходом нового руководства, в конце прошлого года директором назначена Татьяна Ефремова, цирк начал потихоньку оживать. В холле появились новые колонны, в зале стулья, а старые разбитые витражи меняют на новые. В планах, наконец, этого начала следующего года реконструкция здания, которая продлится около 3 лет. Наш город получит современнейший цирк с современным зданием, современным оборудованием. На это время никак цирк не будет прекращать свою деятельность. То есть я надеюсь, власти города и области помогут нам в хорошем месте поставить цирк «Шапито». Вот. И в зимний период мы где-то будем брать дворцы спорта, такие вот площадки, где тепло и комфортно, и проводить цирковые представления. На реконструкцию ориентировочно потребуется почти 1,5 миллиарда рублей. Деньги будут выделяться из федерального и областного бюджетов. В плане реконструкции и строительства гостиницы для артистов. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.